Опять просыпаюсь в луже холодного пота. Смотрю по сторонам и не вижу ничего там. Понимаю, что забыл снять свою сонную маску. Очень скучаю по дому, очень хочу в Москву. Сегодня я весь день просил позвонить родителям. Сегодня я был везде, вы бы только меня видели. И пока утром никто не мог ничего говорить, я бегал туда-сюда, и мне было офигительно. Хочется верить, что Ольга сегодня сильно икала. У меня был очередной хороший день сурка. Перед глазами пустая электричка мелькала. Я так и не поговорил с мамой, ну и пускай. Зато мне тут как нигде тепло и уютно. Засыпаю раньше всех и рассвет встречаю утром. Чувствую огромную поддержку своей высшей силы. Силы внутри, дальше больше самому себе спасибо. Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он все воскресенье разговаривал и был спокойный, весел. Так что... Ну и вот, сегодня вторник, 29-е. Веду себя как уголовник. Жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини-разборки. Ну и ладно, жую хлебные корки. Отличное завершение марта. Меня тут постоянно все кормят завтраками. Вчера утром, например, я долго ждал психиатра. Ближе к обеду сказали, что он слегка опаздывает. Потом поставили перед фактом, будет только к шаббату. Вечером администрация выдвинула ультиман. Мы дадим тебе позвонить, только психовать не надо. Позвонить, если сегодня должен, как ни крути, рассказать, где я нахожусь тому, кто не может меня найти. Интересно, насколько сюда меня упекли. Меня забрали из дома и увезли точно не на пикник. Чтобы вы понимали, меня забрали из дома силы. Чтобы вы понимали, Оля и Птаха так попросили. Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, и врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.